Юго! Всем привет, с вами Нот, с вами Блэксет. И меня тут оглушили, насколько вы помните. Даже я помню, хотя прошло. Не стоит сожалений, Джош. Тебе нужно было сказать правду, чтобы защитить Брунхильду. Пардон. Если что, обрежу ту часть, а пока юху, всем привет, с вами Енот, бла-бла-бла. Не дают записывать, как обычно. Ну ладно, продолжаем. Я поступил бы так же. Заканчивай собираться и перестань себя мучить. Спасибо, Ангус. Я быстро. О, милая, тебе нравится жить здесь? Да, и мне. Но нам придется уехать из-за этого плохого кота. Да, милая, у нас будет новый дом. Красивее этого, там тебе будет лучше. А теперь иди к папе, милая, поцелуй его, давай. Поцелуй его. Мне жаль, Джош, но мы же старались, да? Что? О чем ты, Ангус? От всех избавиться. Жаль, что дошло до этого. Ангус, в чем дело? Прощай, Джош. Черт, от псих. Интересно, это можно было избежать? Это слишком жестоко. Надеюсь, ты доволен, сукин сын? Они были хорошими людьми. На тебе! Надеюсь, тебе теперь лучше. Мне нравится, когда ты улыбаешься. Ты так далек от истины. Ага, обезьян тебя закрыла. Противогаз выиграет мне немного времени. Вопрос лишь в том, сколько его будет. Это да. Ну, прикольно выглядит. Теперь можно его убить. Фига себе. Что если он хотел убить, сразу не пострелил меня? Так бы мог закрыть там же и сжечь. Убил двоих. Что это? Пардон. Спэнул? Спэнул только что побежал туда. Да че его бить-то? Он же сам никакой от угарного газа умрет. Шли туда тоже. Не знаю, я бы хотя бы ногу прострелил. Хотя мы же детектив, а не какой-то там убийца. Давай, корябкайся. Па, иди. А, еще иди. Стой. Я ждал, она кругленькая. Иди, Блэксет, давай. Отдышался химикатов. Кто? Спэнул.
Нифига себе, ты сильный. Да, ты не должен был отрезать их к чертям. Так. Снэп оставил вентилятор. Остановил вентилятор больной рукой. Вентилятор на шахте был пузырек с именем. А, то есть он принял допинг и стал офигеть какой сильный. А, хитрюк. А когда он успел? Тут всего лишь 2-3 или 3 комнаты. Что-то как-то игра немножко выбивается из своей логичности, скажем так. Крейг Спэнноу вернулся! Скучали без меня? Кто хочет увидеть хоумран, а? Ну что ж, смотрите! Подавайте! Быстрее! Ну, подавай! Все, эйфория у него полетел. Сам виноват. А, тоже что ли подойдем? Под веществами слегка. Давай, раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Не спас его? Офигеть. Четыре трупа. А кто теперь виноват, если это не ящерица? Не убивайтесь. Вы сделали все, что могли. Он выживет? Врачи говорят, да. Его нашли без сознания у двери в подвал. Что? Двери в подвал. Так, Митчелл оказался заперт. Грилл работает на Митчелла, хоть и терпеть его не может. Нашли рядом с дверью. Митчелл оказался рядом. Ты запер? Да ладно, я думал, обезьяна запер. Мог ли Гил заблокировать дверь в подвал, чтобы убить Митчелла? Полагаете? Это серьезное обвинение. Это точно или просто очередная ваша теория? Теория? Это просто теория. Будем надеяться, мы добьемся от него правды. А. Думаете, Гил замешан в предыдущих убийствах? Не, в предыдущих точно нет. Градник склада стрелял, не задумываясь. Вынужден убить друга, чтобы выполнить задание. Ух ты ж. Грилл работает на Митчелла, хотя и терпеть его не может. Что еще может делать? Да? Да? Офигеть, цепочка 4. А что если Рэндалла Ли по приказу Митчелла убил его же напарник Гилл? Очередное серьезное обвинение. Вы уверены? Да. Да.
Все указывает именно в этом направлении, в том числе и моя интуиция. Подождите, разве Митчелл не мог убить Рэндалла? Рэндалл и снайпер. Митчелл промазал дважды, стреляя в упор. Значит, он дважды промазал, стреляя в упор, а потом умудрился попасть прямо в лоб с другой стороны улицы? Нет. Снайпер, который убил Рэндалла Ли, это не Митчелл. Да, пожалуй, вы правы. Но мы все еще не знаем, что же стало причиной смерти Крейга Спеннелл. Не знаю, Спеннелл умер от передозировки. Да? И вот все. В этом нет никаких сомнений. Спеннелл принял препарат из лаборатории, и тот убил его. Понятно, но если это правда, сколько еще спортсменов в опасности? И еще важнее, кто они? Бобби Йелли это тоже касается. Записывай. Я всех не видел, но запишите эти имена. Питер Лёв, Ксавье Чейнс, Эллен Мур, Билл Голдман, Майлз Бентон, Александр Вуд, Джейкоб Зиглер и да, Бобби Йелли. Спасибо. В этот раз спасаем жизнь, а? В любом случае, нужно положить этому конец. Мы же друзья, черт побери. Вы должны были предупредить меня. Ну да. Мне стоило сообщить вам. Простите. Улыбнись, Джонни. Спасибо за наводку. Пулитцеровская премия у меня в кармане. Get that guy out of here. Уберите его отсюда. Да, хорошо, давай закончим. Митчелл convinced Грун to use his super soldier drugs on elite athletes. В общем, это наркотики делали их суперсолдатами. Dunn found out about Mitchell's scheme. А где перевод? So when Mitchell heard that Dunn was on to him, he ordered Randall Lee to kill him and frame Yale for the murder. Dunn's house and the gym for any incriminating evidence he might have had against him. The poor cleaning lady died almost by chance. When you stuck your nose in the case, he tried to scare you by sending his thugs to give you a beating. And when that didn't work, he asked Randall Lee to finish you off on the gym rooftop. But Randall not only failed, he got captured. So Mitchell ordered Gil to put a bullet through his head, which only made Gil upset. You kept getting closer and closer to the point of discovery his headquarters. When Mitchell realized he was cornered, he burned his bridges by setting the lab on fire. Along with Dr. Грун and his daughter. Gil saw the opportunity to get back at Mitchell. Жалко, конечно, ребенка. So blocked the only exit. И он нас потом закрыл. Чтобы завершить все. Did I make any loose ends? Есть немного. Но не беспокойтесь. Я разберусь с этим. Так что спасибо за все. Да реально же все сходится, согласитесь. В классическом нуаре раскрытие дела никогда не приводит к счастливому концу. Детектив всегда остается с горьким чувством. Один из дней добавил. Чувством, что пока он не взялся за дело, мир был лучше. И сам он был лучше. Ну, выкладывайте! Иногда я просто не могу удержаться. Что вы хотите от меня? Я рассказал Стоуну все, что ему нужно дать Елю победить, что иначе Алири уничтожит карьеру Эллен Мур, и что карьере Мур все равно придет конец, когда Америка узнает, что ее любимица принимает допинг. Я вам не верю. Не может быть. Кто вас послал?
Сегодня? Никто. А если бы я вам и поверил, что бы это изменило? Если я не сделаю этого ради нее, как я смогу смотреть ей в глаза? Разве мы сможем оставаться вместе? Думаете, вы сможете остаться вместе, если вы проиграете титул, а ее обвинят в употреблении допинга? Я хотя бы буду знать, что попытался. Да. Мир О'Лири давно в прошлом. Теперь мнением управляет телевидение. Спортивные скандалы и договорные бои лишь снизят доверие к ним. Не говоря уже о рейтингах. Если вы ляжете и об этом узнают, вы проиграете куда больше, чем один бой. А для вас главное быть профессионалом, да? Дело ваше. Но поверьте мне, ваш менеджер убийца. Бегите от него как можно дальше. Эй, Black Set! Я подумаю. Вот так вот, помогаем. Корова, честнее взять. Неужели это конец экрана? Так быстро? Что происходит? Почему он уже? Эх. Ну ничего, у меня список игр большой, который надо поиграть. Какие я пройду, фиг знает, на какие я забью, фиг знает, там как пойдет. Стратежки, конечно, есть хорошие, которые хотел бы пройти, я их пройду. Но всему свое время. О, я хотел бы в Демиурге сыграть. Кто-нибудь знает игру Демиурги? Я не знаю, попрут они не попрут, но она крутая, это типа такой 3D-карточная игра. Наверное. Ну, увидите. Йель подтвердил. Дан узнал, что Митчелл давал Бобби препараты. Именно из-за этого они и поругались в день убийства. Вообще-то я тогда был чист. Не принимал уже несколько дней. Я не хотел идти по этой дорожке. Я хотел быть как Джо. Но он все узнал. Он не поверил мне, когда я сказал, что ничего не принимаю. Но ты же снова к ним вернулся. Только после его смерти. Без них я бы не справился. Но от препаратов у тебя случилась паническая атака. Да. Но с тех пор я чист. Митчелл дал тебе таблетки, когда заходил в госпиталь. Отсюда и чудесное восстановление. Ты собираешься принимать их перед боем? Знаешь что? Это не мое дело. Ну да, чем мы лезем? Пусть сам решает, помирать ему или нет. Соболезную насчет твоей тетушки Мэри. Она была хорошей женщиной. А так вот ввязался в препараты, и в итоге умерли его опекун и тетушка. Походу все, конец. Реально. По завершению всего. Кому еще ты зайдешь? Я зайду, он зайдет. Мы зайдем точно. Полиция раскрыла допинг-лабораторию благодаря информации, что они сейчас не избавили меня от горького чувства. Мне нужен был друг. В благодарность за наводку он настоял на том, чтобы угостить меня молочным коктейлем, который сам и выпил. После вихря коррупции и убийств только дружба могла примирить меня с этим миром. Ну да. Только она могла заставить меня поверить в человечество снова. Только она могла очистить мою душу. Только она и деньги. А если бы я деньги не брал, бы не говорил про это. Ха, интересно. Ну, знаете, как-то конец я ожидал более таким мозговыносящим, я офигел. А есть такое ощущение, что они просто по-быстрому все закрыли. Нафига я вообще к быку поперся, мне он вообще даром не сдался. В стандартном нуарном романе Йель и Стоун были бы наказаны за нарушение правил. А Соня добилась бы справедливости.
Но это реальный мир. Как детектив, раскрывший дело, я должен был просто получить свой чек и заняться своими делами. Приятно с вами познакомиться, мистер Блэксет. Мистер Торп будет с минуты на минуту. Какая секретарша? Подождете его? Видимо, все же придется подождать. Он будет через минуту. Пожалуйста, садитесь. Ничего, такая киса. Интересно, специально таких секретарш набирает или нет? С ней можешь познакомиться, нет? Создай нового себя. Сколько бы крученых мечей судьба ему не подавала, он всегда умудряется приземлиться на ноги. Когда он был восходящей спортивной звездой, война положила конец его карьере. И он стал героем войны. После войны он не стал кем-то вроде Гила или меня. Он стал элитным спортсменом, звездой из зала футбольной славы. Когда несчастный случай приковал его к креслу, он добился успеха в рекламе. А, про льва говорим? Блин, а я льва тоже подозревал. Тимоти Уторп, президент. Зал заседаний правления. Члены нашей элитной семьи. Какая-то панда. Какой-то заяц. Майл Бентос Мур, да, вот это. Эллен Мур. Пловчиха какая-то, наверное. Слон и козел. Ой, и петух даже есть. Ой, и песик. Смотрите, какой песик. Торп нанимает спортсменов для рекламирования компании. Ага, все-таки, значит, что-то есть. Митчелл, один из олимпийской пятерки, пытается выдать себя за врача. Убийство Дана было очень тщательно спланировано. Список имен, которые как-то связаны с редкими химическими компонентами. Что ты хочешь это сделать? Нет, да? Подошвы не подошли. А реально, а чьи подошвы? Митчелл один из олимпийских. Нет. Ну давайте перебирать, как обычно, что я не знаю, что может быть. Убийство Дана было как-то... Ну с подошвами не сходится, тоже, да, вообще не в тему. Ладно. Я просто пока не понимаю. Оно было спланировано. Торп нанимает спортсменов. Нет. Ну, это, я думаю, вообще здесь просто так валяется. Хотя, почему-то... Что-то здесь не то. Мне кажется, мы сейчас чего-то догадаемся. Все-таки я найду, что лев замешан здесь. Тоже. Нет. Ну ничего, перебором. Пока не понял, что. Возможно, надо как-то сверхней поперебирать, потому что, возможно, она останется последней, когда я дойду до нее и так скажу, офигеть. Нет. Ну-ка, давайте теперь это. Ага. Подошвы не сходятся, они вообще не в тему, я так, кстати, не понял. Кто подошву-то оставил? Кто мог оставить ее? Создать отпечатки. Но это я знаю. Список имен вообще, да, не будет. Ну, блин, проверить же надо. Я найду вариант. Это лишь вопрос времени. Просто реально, я пока не врубился, какой с кем можно связать, поэтому... Придется перебором, потому что иначе нет, мне не отстану же, пока я найду. Но сейчас я на что-то выйду, я думаю, сейчас будет такой флешбэк, он скажет, что это не может. Нет. Тор нанимает спортсменов. И у него интрижка. Вообще не связано, да?
Да, вот так вот я играю в детективы. Говорят, игра похожа на Шерлок Холмса. Я не знаю, как бы я проходил Шерлок Холмса, если я даже не могу здесь ничто решить, вообще ни одну проблему. Да? Нет, это невозможно, но... Что если Тим Торп как-то замешан в делишках Митчелла? Мистер Блэксет, мистер Торп прибудет позже, чем ожидалось. Но он настаивает на встрече с вами, если вам удобно. Ладно, если поможете мне побороть скуку. Это не входит в мои обязанности, но... Но... Но! Кокетничает. Если бы на моей коже были такие пятна, смог бы я оставаться тем же? Или меня звали бы по-другому? Опа. Сэм Эрик. Далесо. Далено Сони. Джон Блэксет. Ужин с мэром у Роджера. Все встречи Торп перечислены в его ежедневнике. Ага. Опа-па-па-па. Что если Торп замешан в делишках Митчелла? Встречи. И оно было спланировано. Нет. Если мое предчувствие меня не обманывает, где-то в ежедневнике Торпа должна быть упомянута и встреча с Митчеллом. Может, мы встречим? Ну-ка, подкатим. Тут, понимаете ли, у меня небольшая проблема. Чтобы понять, сколько мистер Торп мне должен, я должен вспомнить, когда я начал на него работать. Но я не могу. Вы случайно не записали? Это совершенно точно было не в мою смену. Я бы запомнила. Сейчас посмотрю. Так. Кто тут? Восстановление. Обед с губернатором. Ну-ка, давай, давай, давай. Майлз Бентон, Конгресс Уоллса, Крызнесмен, не то все. Игра, алло. Походу я сейчас ее закрашил только что. А, сейчас вернусь. Так, и всем еще раз привет, да, я немножко дошел до сюда. Это все не те. Он, походу, ушел в этот... В краш из-за того, что я вышел отсюда. Мне надо смотреть, как она будет тут рукой вон тянуться своей кочеврыжкой. Все не то, все не то. Ща мы выведем его на чистую воду. Ага. Зачеркнуто. Он всех вычеркнул. Хоспиталь. Обратный рейс. А, пардон, отвлекайся. Все не то, да? Листай, листай. Люблю, когда на груди родника. Не знаю почему. Она смотрится завораживающе. Джо Дан. Что? Дан был здесь за 2 дня до смерти? Почему Торп никогда не говорил об этом? Простите, но вашего имени здесь нет. А, на лоб посмотри. Ну давайте посмотрим, чтобы меня не бесил. Если бы на моей коже были такие пятна, смог бы я оставаться тем же? Да, или смог, меня звали бы по-другому?
Да, пятнистый Блэк. Стоп. Да не! Я что, опять застрял? Фух. Так. Подождите-ка, кое-что вспомнил. Когда я приходил, из дверей как раз выходил Джодан. Ну, нет. Вам не было назначено. Хотя, я могла и забыть вас вписать. Мистер Дан обычно очень вежлив, но тогда выходил в сильном смятении. Даже двери в кабинет мистера Торпа хлопнул. Ладно. Теперь я знаю, что должен попасть в офис Торпа. И он даже не попрощался. Да, это было именно в тот день. Вы меня не помните, потому что когда я увидел, как выбегает Дан, я пошел за ним. Я, в общем-то, так и не вошел. Конечно. Это все объясняет. Не сомневаюсь. Итак, раз уж мистер Торп прибудет не скоро, я думаю, я могу прогуляться по залу. Нужно поддерживать форму. Вовремя, да? Типа, ну и ладно. Ну же, Торп, скажи мне, что в твой офис можно попасть и другим путем. Конечно, можно. Но, блин, время поджимает. Ладно, пусть будет тогда... Да блин, это уже конец почти. Реклама. Я уверен, тут осталось пару минут. Вот тогда я не смогу три игры сыграть. Или смогу? Разберемся. Вот как. Ты все-таки имеешь отношение к этому Испандеру. От собака врал мне. Все замешаны, все. Если бы Уикли был здесь, мне бы пришлось связать ему руки за спиной. Оп, полезли. О, как удачно, он не закрыл окно. Вот лошара. Ништяк. Это его офис, да? Я знал, что это львятина замешана. Да, эта карта нафига нам не сдалась, ладно. Сюда пока не пойдем. Но одна из его сильных сторон — точность броска. Я заслужил прозвище «Железнорукий». Я бросал меч со скоростью... Летел куда хотел. Мой тренер великий Джеффри Сакс. И ну, я тренировался. Неужели он кинул банку в него? Харбор. Я немедленно пошел служить пулеметчиком на трехместном самолете. Когда в бою я потерял сослуживца, серьезную травму, я попросил меня перевести. Я стал снайпером. Я знаю, не стоит этого говорить, но я был одним из лучших во всем. И все благодаря моей меткости. Нет, все благодаря Джеффри Саксу. Интересно, сколько американцев спас он моей рукой. После этих слов Тим Торп едва не плачет и просит меня сделать перерыв. Я был шокирован, когда увидел, как спортсмен и солдат, мужчина, меткость и умение которого принес и прозвище «Хирург» среди его братьев по оружию... Не может быть. То есть это же наверняка совпадение, но нет. Неужели? Копы нашли. Почему я удивляюсь? В каждом расследовании бывает такой момент, когда каждая зацепка идет коту под хвост. И приходится возвращаться, чтобы вернуться на верный путь. Да? Ну-ка, а что ты мне выкинул? Он кор... Я неужели неправильно обвинил его? Т-
Так, копы нашли Гила рядом с дверью в подвал. Торп был снайпером. Что если Торп замешан? Убил снайпер? Неужели не ты? И они замешаны вместе. Нет. Нет, препараты тогда. Что если Торп замешан в делишках? Да не. Папа. Вот оно. За всей этой операцией с медикаментами стоит Торп. И чё? Господи, и что из этого? Так, это Торп организовал снабжение допингом. Ну да. Препараты помогают. Все не то. А что мне с этим делать? Так, господи, а что, куда? Господи. Походу, серия будет долгая, игры будет 3. А я хотел 4 успеть записать. А, ну подумаем что-нибудь, придумаем. Да ладно. А что с чем связывать, если у меня есть с чем связать? В смысле ты против? Нет. Все-таки Торп замешан. Эта фигня замешана, я знал. Ну, сразу нельзя было верить. А, Рэндалл... Понял. Так, Торп был снайпером, и за точность его прозвали хирургом. Да ладно. Да запарил ты меня. Не знаю. Стрелок класса. Главный приз Торп. Мне как-то на него выйти надо, а как? Я не понял, что смешиваюсь с чем. Ну вот уходи отсюда, господи. Блин. Лучше не буду им пользоваться. Он может быть подключен к панели на стойке администратора. Может показаться странным, что у стола не стоит стул. Но ведь владелец стола перемещается на инвалидном кресле. Ну, конечно. И чё? Вот чёрт. Все-таки босс. А, то есть у меня было улик достаточно, а ты фигнёй страдал? Карту вижу. Тим Торп. Все выходит на эту... Блин, что-то еще там поставить можно? Так, стой. У меня есть одна дедукция. Торп держит ящики стола. Торп не может ходить и пользоваться инвалидным креслом. Да. Стоп. А что если таблетки Грюна помогают Торпу ходить? Да, это на все.
что из таблетки помогает Торпу ходить. Да он ли снайпер? Что он мог залезть и убить? Ну, конечно. Это был не Митчелл и не Гилл. Это Торп подстрелил Рэндалла в больнице. Все сходится, но я как наяву слышу голос Смирнова, который говорит, что у меня нет убедительных доказательств. А что, если устроить ловушку для Торпа? Но как? Да, чтоб тебя. Так, босс. Нужно заманить Торпа в ловушку. Заберем препарат Дэйва. Да блин. А что если не помогает ему ходить? Его убил Торп. Черт. Да. А если я положу пистолет Торпа наверх, чтобы он смог достать его, только встав с кресла? Предусмотрительно. Шоу начинается. Ну-ка. Мне нужны только зрители и немного терпения. Давайте уже добью эту игру. Ты что, не знаешь, с кем связался, салага? С глупым львом. Бунт на корабле? Хочешь пойти на корм акулам? О, Блэксет, простите, что заставил вас ждать. Джон. Понимаете, у нас тут на корабле бунт, так что... Хватит. Вот видите, что приходится терпеть. Ладно, рулевой, быстро в каюту, вперед! Проходите, Блэксет. Джоли, проследи, чтобы нас никто не беспокоил. Ах ты ж львятина, кусок льва. Милая, подожди меня в приемной, пожалуйста. Но... Я буду через минуту. Думаю, ты уже и так настрадалась. Ладно. И подумай, где бы тебе хотелось пообедать сегодня. В тюрьме, я думаю. Видите ли, я не собираюсь платить вам за раскрытие дела. Угу. Я думал, вы из тех, кто держит свое слово. Нет, вы меня не поняли. Вы получите каждый цент, о котором мы договаривались, и даже больше. Но не потому, что вы раскрыли дело, а из-за нее. Два дня назад она хотела совсем покончить, бросить колледж, продать клуб. Слишком много ран на сердце. Но благодаря вашей прекрасной работе они заживают. Ну, может быть, не полностью. Нужно время, чтобы справиться со всем этим. Зато благодаря вам Соня снова хочет быть счастливой. У нее есть надежда. Я помогу ей сделать клуб Дана лучшим в городе. Кто бы мог подумать, правда? Я рад за нее. Она многое пережила, и, честно говоря, я не думал, что она справится. Ну, она пока не справилась, но со временем справится. Впрочем, вернемся к делу. Все те люди, с кем вам пришлось столкнуться, Гилл, немецкий доктор, даже Митчелл. Ха! Его бы я в жизни не заподозрил. Они что-нибудь сказали? Почему они это делали? Они не упоминали сообщников? Так, только Рэндалл ли? Ну-ка, давайте, будем блефовать. Они упоминали какого-то хирурга. А, удивлен. У вас есть предположение, кто это?
Я уверен, для вас это не сюрприз, но это сам Митчелл. Вообще-то, это вы мне подсказали, когда сказали, что он был врачом. Ну да, само собой. Я рад, что смог помочь, хотя... речь идет не только о моем отношении к Джо и Сони. Это испытание задело и меня самого. О чем? Я не понимаю, что вы хотите сказать? Спорт — это мой хлеб. Знаете, сколько вовлеченных спортсменов заключили со мной договоры? Как вы узнали? Что? А, погодите, вам сказала Соня. Да, конечно, мне сказала Соня. Забавно. А ведь Соне я не говорил. Так вы знаете, сколько вовлеченных спортсменов заключили со мной договоры? Все? К счастью, нет. Но многие. Пока пишут только о трупах, найденных в доках и подпольной лаборатории. Никто не упоминает спортсменов. Но если поползут слухи, будущее моего агентства окажется под угрозой. Не говоря уже про будущее Сони и ее клуба. Могу ли я попросить вас быть благоразумным? Мне очень жаль это говорить, но ваше будущее уже под угрозой. О чем это вы? Я знаю, как работает пресса. Рано или поздно кто-то заговорит. Пожалуй, вы правы. Но давайте сделаем все, что в наших силах, чтобы избежать этого. Итак, на этом все. Ваш чек у Джули. Не забудьте его забрать. Спасибо вам еще раз, Блэксет. Я не представляю, что стало бы с Соней, если бы не вы. Мне нужно было действовать быстро. Или дать Торпу избежать наказания. Простите, что не встаю. Нет, не прощу. Я знаю, что вы можете встать, если захотите. Босс. Чё-то доигрался я, нам было раньше. Я уверен, что у вас самые добрые намерения, но вы ошибаетесь. С чего вы это взяли? Уверен, все можно объяснить. Я знаю, что вы убили его. Я знаю, что вы были высококвалифицированным снайпером. И я думаю, что именно вы застрелили в больнице Рэндалла Ли. Вы меня вообще видели, Блэксет? Как я мог это сделать? Я знаю, что это вы приказали Рэндаллу Ли убить Джо Дана. И вы попытались подставить Бобби Йеля, который незадолго до этого отказался от ваших медицинских услуг. Джо был моим другом, разве не ясно? Я нанял вас, чтобы вы расследовали это чертово дело. Считаете, что убийцы так поступают? Вы меня наняли, потому что считали, что я обвиню Бобби Йеля и брошу дело. Но как только я понял, что дело нечисто... Вы тут же послали Рэндалла Ли и Гилла меня запугать. А когда не получилось, вы приказали Ли меня убрать. А вы из тех, кто не отпускает схваченную добычу, не так ли? Да. Вы правы. Я никогда не выпускаю добычи. Поставьте себя на мое место. Вы многообещающий футболист, который только что вернулся с войны, но вы все еще никто. Человек, которого вы спасли, добродушно открывает вам двери. И этот человек пока не отошел от смерти жены. Днями он работает в клубе, а ночами пьет, чтобы заснуть. И растить его дочь приходится вам. Вы дарите ей ее первые счеты. Вы убеждаете ее продолжить обучение. Вы утешаете ее, когда она скучает по матери и отцу.
Между тем, ваша спортивная карьера набирает обороты. Жизнь прекрасна. И вдруг однажды, как гром среди ясного неба, вы становитесь инвалидом. Старый друг Митчелл говорит, кто вам может помочь. Один немецкий врач. Его препараты помогают не сразу, но творят чудеса. Вы начинаете ходить совсем недалеко, но это недалеко. С каждым разом становится все дальше. А эти препараты совсем не дешевы. Вы должны найти какой-то способ за них платить, понимаете? И вы начали продавать препараты спортсменам. А потом решили открыть рекламное агентство, чтобы нанять этих самых спортсменов. Препараты позволяли им отличиться, и вы получали хорошие рекламные контракты. Идеальная бизнес-модель. Ваш первый клиент – Крейг Спеноу. В его карьере был сложный период, поэтому… Вы сделали его своим подопытным кроликом. Но когда препараты стали давать серьезные побочные эффекты, вы от него избавились. Вы боялись, что он заговорит, и попытались убить его. Поэтому он и заговорил. С тех пор ваш бизнес процветал. Вы даже начали ставить себя выше закона. Считали себя неприкасаемым. Пока обо всем не узнал Джо Данн и не пришел к вам за 2 дня до своей смерти. Хватит! Прекратите! Сам просил раскрыть. Я не знаю, стою ли я выше закона, но уж точно не ниже. Знаете, какой властью я обладаю? С кем я обедаю каждый день? Ну, удиви меня. Я мог бы пристрелить вас прямо сейчас, и ничего бы мне не было. Из пистолета, который лежит у вас в столе, боюсь, не выйдет. Я положил его подальше на случай, если вы подтвердите мои подозрения, Железнорукий. А теперь, если позволите, у меня встреча с полицией. Ага. Я никому не позволю снова разрушить мою жизнь. Соня и я заслуживаем будущее. Комиссар Смирнов, можете войти. Тимоти Уилсон Торп, бросьте оружие. Вы арестован. У вас есть право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использоваться против вас в суде. Вы имеете право на адвоката. Если вы не можете его себе позволить, государство предоставит его вам. Мистер Торп. Капец. Все-таки она пальнула. Нет, я не успел. Да как так-то? Я S нажал. Я промахнулся. Черт. Нет. Нет. Лес контрольной точки. Господи. Да блин, я ногу чухал. Жалко, конечно, ее. Кто мне заплатит, я не понял. И один, и второй умер, вообще капец. Лишь бы не платить, делать что угодно.
живет все семейство. Обидно. Соня Дан. Соню жалко. Блин, как я... Мэри Парнелл. В принципе, я мог на две серии это растянуть. После случившегося, бой интересовал меня в последнюю очередь. Ель принял препараты перед боем. Стоун позволил ему победить. Я из кожи вон лез, чтобы все случилось согласно указаниям моего этического компаса. А вот послушал меня кто-нибудь или нет, это уже другая история. Ведь что бы нам ни говорили, наше будущее не всегда зависит от наших действий. Ха. Мой этический компас. Будто бы я знаю, что это такое. Я не знал, что и думать даже о своих действиях во время этого расследования. Моя совесть чиста? Ха. Будь у меня второй шанс, я бы принял те же решения. Нет. Ладно. Жалко Соню, я мог спасти ее. Блин, обидно, конечно. Вот так не нажал на клавишу и все, и вообще это совсем печально все. Ну, в принципе, игра неплохая. Если бы одна торпа не вырулили, мне бы тогда было бы скучно. А будет что-то после катсцены, я не знаю. А, это собаки. Ну вот, давайте пока на этом тогда закончим. Если что-то после сцен будет, я включу. А пока... Ну что ж, всем пока. Какая будет следующая игра, я пока не знаю. Так что, всем до встречи в следующей игре. Это, скорее всего, узнаете через неделю. Не, через 4 дня. Да. Всем пока.